Новоульяновские дворы продолжают преображаться. В городе реализуется программа формирования комфортной городской среды. Конечно же, красоту навели не везде. Осталось еще много объектов для благоустройства. Один из них – двор 35-го дома на улице Волжской. Местные жители рассказали, чего им не хватает на придомовой территории. На самом деле, даже без их уточнений видно то, что площадка морально устарела, да и машины ставить некуда. Конкретно, вот немножко сделать стоянку для машин. У нас вообще стоянки для машин. Потом детская площадка более-менее получше. Привести в порядок дорогу, асфальтировать, как положено. По-культурному сделать парковки, потому что сейчас все на колесах. Во время рабочей поездки в Новоульянск губернатор Сергей Морозов навестил жителей Волжской и ознакомился с планом проекта благоустройства. Глава региона обозначил срок окончания ремонта. 11 августа, в день рождения города, двор должен быть готов. Мы же советские люди, все равно, значит, у нас должна быть цель, у нас должны быть сроки. Там, если у нас цель привести все в идеальное состояние, понятно, то надо по срокам определить. День рождения города будет в этом году какого числа? У нас всегда в один день. Нет, в начале августа. Светлана Кольцева рассказала о предыдущих превращениях серых дворов в красивые и уютные. Новоульянск уже 3 года находится под позитивным влиянием программы. За 2017-2018 год потрачено 22 миллиона рублей, и 19 дворовых территорий уже готово. И также в 2017 году была благоустроена аллея по улице Ленина. В 2019 году обустроят еще 11 дворов. На преображение города выделено 10,5 миллионов рублей. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.